Спел? Спойлеры. Привет. Хочешь тоже подкидаться Wi-Fi? Знаете, это какое-то божественное проведение. Почему? Потому что, во-первых, это было предложение от Север и от Production. И потом, когда мы записывали дуэт, в общем, уже летала идея, они предложили в синий город. И оказалось, что он в Марокко, там, где снимался первый клип, я говорю, что все следовали. Вот. И когда я ему об этом сказал, мы все поняли, что это проведение. Как бы физиогномика и, я не знаю, геометрия. Глянцевыми статуэтками, во-первых. Вот, это никаким образом не касается ни GQ, никого. Я не пытаюсь поддаваться, просто правда. Я не особо замечен на лакшери мероприятиях. Не потому что мне это как-то не нравится или не близко, а просто человек меня интересует несколько других вещей. Вот. Но GQ это, конечно, исключение. А вы бы сами себе за что дали премию человека, потому что на тот раз? За то, что я не скатился в то, что многие скатываются за эти последние два года. Ну, то есть никакого скандала не будет, ругаться не будет? Нет, я занимаюсь своей профессией серьезно. Вот. И двигаю ее прежде всего, а не скандалы, связанные со мной. Они так или иначе были, будут и есть. Я бы обиделся, просто позвали на премию. А ну это вы, а это я. Между нами не молния, друзья.